посмотрели, очень хороший пандус. С нами приехала Наталья, член движения «Колесница» нашего городского округа Химки. Она лично сегодня смогла попробовать, как это возможно по такому новому обустроенному пандусу на коляске забраться и без проблем. Конечно, очень приятно, что теперь входная группа доступна. То есть люди, наверное, на колясках могут прийти, даже мамы с колясками могут, кому необходимо привезти, забрать ребенка. Очень приятно. Тоже сейчас очень активно развивается именно такой парачир. Парачир, когда вот инвалидные колясочники, они могут танцевать с помпонами. Мы могли бы попробовать и открыть на базе нашей спортивной школы такое еще отделение, чтобы, может быть, и детки, и взрослые могли бы заниматься.